Такая славная работа у нас для 82-го сада Петроградского района. Здесь у нас есть как и альбомы, так и планшеты. У нас просто часть детей выпускалась, а часть еще остается на следующий год, составная группа. Ну и те, кто выпускаются, они заказывали большие альбомчики. Ну, для того, чтобы их сделать, у нас было проведено две съемочки. Это был постановочный день съемки после праздника и день жизни в детском саду. Вот тут с ребятами всякие игры. Мы очень сделали славную прогулку. Тогда была снежная-снежная такая зима, прям вообще снегопад. Вот, еще немножко подготовки. Это они готовились к весеннему празднику, репетировали вот такие постановки. И немножко использовали фотографии даже с предыдущих праздников. Там и осень, и зима. Вот. А ребята, которые не выпускаются, у них был в основном планшет заказан, ну, просто несколько еще заказали альбомчики, но меньшего объема. На планшет попали, соответственно, все одногруппники, красивые портреты, немножко истории из жизни в детском саду. Вот такие фотографии. И, соответственно, вот те, кто хотели альбомчики, но не выпускаются, им сделали альбомчики поменьше, на 5 разворотиков. Тут есть и фотографии с друзьями, и постановочки, и небольшие игры. Вот такое веселье. Ну, естественно, все дети, кто у нас заказывает печатную продукцию, они получают все свои фотографии в электронном виде.